to take it all back when they've done. I know where they said, take it, take it. He said, make it with your own two hands. That was my old man, and he said, if all is grounded, you should go make a mountain out of it. Day to have a slice of humble pie. Oh, recalling of a while we used to drive and drive here and there, going nowhere but for us, nowhere but the two of us. And we knew it was time to take a chance here, in time to compromise our lives just a little while. And it was time for all the lonely, lonesome reasons, but time is open on my side. But I'll give it to you tonight. And we sleep all day, sleep all, we sleep all day over. Time goes by, we get a little bit tired of waking and baked another Marlboro mind. It's sending the boys on the run in the time and the hot summer sun to swim beneath over outside, still reading between the lines. But they remember the part in a Hallmark card where they read about the dreams and they're reaching for the stars to hold on a little bit closer to. Who said they knew there was time to take a take love, time to take a chance here, time to compromise, to occupy the lies. And here there was time for all the wrong reasons. Oh, but all time is up and I hold my side, but I'll give it to you. Oh boy, sleep all, we sleep all day, sleep all, we sleep all day over. Okay, so why don't we sleep all, we sleep all day, sleep all, we sleep all day over. Скорее воплощайте мечты свои, сюрпризов, поздравления, подарков и событий только лишь приятных впереди. И, дорогие гости, предложение мое простое за нашу очаровательную именинницу. Давайте поднимем бокалы, выпьем дружно и, конечно, стоя.
счастье, дом твой окружай. Пусть будет радость с ним всегда. Будь счастлив, Марся. Скажите мне, пожалуйста, есть прекрасная традиция, за что по традиции поднимают, наверное, всеми нами самый любимый, но самый традиционный третий тост? Ой, наши женщины знают все. А подскажите, пожалуйста, подождите, дайте мужу так на простор силы энергии. А подскажите, почему есть традиция третий тост за любовь и поднимать с левой рукой? Мне всегда интересно знать мнение разных компаний. Вот какое мнение в нашей компании? Правой рукой. Так. Левая рука ближе к сердцу. Кстати, сегодня именинница подготовила вам много призов, так что я знаю, что кому дать первые призы. Будьте все сегодня энергичны, внимательны. Так, ну вы знаете, как и у нас, женщины часто говорят самую лирическую версию, что левая рука ближе к сердцу, а мужчины как-то так согласились. А то они часто говорят, что правая могла рука кого-то обнимать, не уставала поднимать все последующие тосты. А недавно один молодой человек мне даже сказал, чтобы прятать обручальное кольцо. Думаю, тогда другая рука устанет, да? И еще есть очень хорошая традиция, но думаю, наши женщины про нее тоже все знают. А что происходит, если девушки и женщины после каждого тоста стучатся своей рюмочкой с чужим мужчиной, который находится рядом с ними за столом? Аплодисменты еще одной девушке. Они, этот столик что-то у нас пока что все знает, да? Так, два приза уже обеспечено. Деньги женщинам в такой ситуации так и начинают перегибать, приставать. А представляете, сколько мужчинам бывает внимания женского пола? Поэтому этой традиции не будем изменять, правда? Ну а сейчас, я вижу, что все за столом. Разрешите, я на правах ведущей. Скажу, наверное, не только вам, но и мой один из самых любимых тостов, который касается каждого из нас. Я хочу пожелать нашей имениннице и всем ее семье, и всем ее родным, друзьям и близким любите и будьте любимы. Пусть крылья растут за спиной, чтоб не были горько ранимы, чтоб радость на сердце волной. Любите до самозабвения, до полной отдачи, до тла. Любовь – это боготворение и чувство очень тонких игла. Любите и будьте любимы, склоняйтесь пред ней не дыша, и пусть будет Богом хранима любви нашей вечной душа. И я предлагаю выпить за самое прекрасное человеческое чувство на свете, за любовь к своим родителям, за любовь к своим детям. За самое прекрасное человеческое чувство на свете. Маму. Я! Молодцы, и сразу здесь вот так. Давай, ну вообще тебя ничего тебе даст. Скажи. Олесь, теперь все как не угодить. У нас. Нет, я про тебя говорю. Муж нашла самого молодого сына. Во всех по одному у нас двое рождаются. Ну это хорошо. Олесь, что тебе пожелать? Хочу я вам сказать спасибо, ну, за детей, что у нас такие, да, что у нас такие хорошие дети. Я хочу, чтобы ты была для них примером, чтобы ты была для них идеалом, чтобы у них самое лучшее слово, самое ласковое слово была мама. Мама пример должна быть во всем. Хочу тебе сказать большое спасибо, что ты общаешься хорошо с моими родственниками. Спасибо тебе отдельно. Наши родственники. Ну, да. Отдельное спасибо тебе за это. Что молодец, помогала, украшивала где-то. Ну чего? Я говорю, как думаю. Что тебе еще пожелать? Ну, я думаю, по твоему виду не скажешь, что ты выбор плохой сделала, а что ты плохо тебе живется. Мы будем, конечно, всей семьей стараться помогать, чтобы ты была счастливая, чтобы ты была красивая, чтобы ты ни о чем не думала. Думала только о детей, ну и вот так забывай. Но я много не буду говорить, вот мне еще время. Раз, два, три буду. А я потом еще буду заканчивать. Сейчас поздравление перейдет старшей дочери. Дальше, иди, доченька.
мама, с днем рождения. Мама, где? Ты любишь? Да. Ура! Что ты маме подаришь? Маму он пух попадает. Да, ну ладно, Алиса, тебе пожелаем просто чистого, хорошего, женского, человеческого счастья. Спасибо. Хорошо, у нас дважды Зайка. Держи, тебе подарок. И аплодисменты все, как будущему защитнику. Так, самая обаятельная и привлекательная Варечка. Дашечка, ну а так как ты волей-неволей судьбы уже тут супер затейница, главная нянька наша, чтобы ты развлекалась и помогала развлекаться своим сестричке и братику. Она была вот Оксаной. В честь крестить нашу именинницу звалить. Приехали мы в церковь. Ну я же уже давно забыл, давно крестил, захожу, смотрю, все крестят, держат на руках. Конечно, по сравнению с возрастом ребенок очень молодой. Хотя уже такой убитый ты был, по-моему, на 7 месяце беременности. Да, это побольше. Ну и как же держать? А потом смотрю, еще, оказывается, обнаженных в чан опускаем. Я как бы опешил, кигальку и орел, говорит, не бойся, батюшка современный, все обешит. Так решили. Благодаря батюшке. Покрести. Олеся, я хочу пожелать тебе здоровья. Все на твоих плечах. Детки воспитывают. Муж, да, память уже плохо. Сегодня к 5 часам приносила твой день рождения. Я понимаю, что он тебя любит. Ладно, меня там, а ты, Валерий Михайлович, Евгений Викторович сегодня первый раз за 20 лет приехал на 30 минут раньше. Обычно на 2 часа раньше. Алиса, муж любит. Приезжает на работу к нам, каждый два раза кинет, как ты перезвонишь, все, я уже на первом пляске уже подъезжает. Даже надо сразу спохватываться и бежит. Разорил всю организацию, приучил на деньги играть. Все, у них в семье. Олеся, любит дядя Варя? Присматривай за мамой тоже, чтобы муж не попутал. У мужа, вторая группа, не забывай по голове. Видишь, понарядилась как. А то мы сегодня, Валерий Михайлович, не зря цветы дарит. Олеся, будь счастлив. Сам знаю, как говорили, чтобы было счастье. Будет счастье, будет все хорошо. Спасибо. Ой. Спасибо. Ой, доченька, если прошу видеть. Мамуся, да, когда звонит по телефону, она мамуся, привет, я доча, привет. Пусть у нас разница-то совсем. Но тоже довелось. Может, как все. Да, но тоже довелось покрестить. С большим животом, прям, ой, как словно то ли ножки обмывали, то ли. Ну, в общем, вообще круто, что у меня есть дочка, потому что у меня два сына, а у меня есть дочка, такая взрослая. Ну, ой, не знаю, по-моему. Олесь, я тебя поздравляю с днем рождения. Я тебе желаю молодости, красоты. 35 – это, ну, это вообще, это самое-самое-самое. Если хочешь по работе карьерного роста, успехов, труде, ну, если не хочешь, то большой любви у тебя муж, ну, и как бы, я думаю, женщина всегда остается женщиной, пока есть определенный флир. Поэтому я тебе желаю любви. Что еще такое? Что еще такое? Доча, всего-всего тебе. Ну, я не знаю, может, у меня еще потом уже создать. Я тебе еще одно. Я тебя просто люблю. Я тебе всего-всего от чистого сердца. А самое главное, знаешь, вот как на фильм, не помню название. Вечер встречи выпускников, что-то такое было. 20 лет спустя. Да, и там встречается, как бы получается, кто что, кто карьерного роста достиг, кто-то еще чего-то. А, это Бондарева, кажется, сразу, да, это я мама. Вот, я люблю.
что мама? Мама все мамы. Я папа. Ну как-то увидела там эти пару. В общем, твое самое основное предназначение уже свершилось. Ты мама, у тебя чудные, очаровательные дети. Дай Бог здоровья тебе, деточка. В общем, я вас люблю. Спасибо. Здоровья, здоровья. Давай держим поздравления. Спасибо. Я просто напросто в шоке от того, что как можно вот это все содержать в таком порядке, в таком соответствии, когда они, ну не просто-напросто, не то что украшение такое вечное, они просто-напросто неотъемлемая часть. Да, я закрою, но она закрывать что-то, то не будет. Я вот недавно пройдя по просторам интернета, нашел рецепт, как получается близко. Да ты что? Мама не проходит ни бабку. Нет, вот же немного. Нет, поделюсь. Да. Русский язык могучий, очень объемный. Это интереснейший вообще предмет, который можно изучать бесконечно. У математики есть такое правило. От перемены мест слагаемых сумма не изменяется. А вот в русском языке все как-то наоборот. Ну, представляете, картина, да? Жена, муж, какая-то склока, какие-то непонятные эти самые разборки. Дорогой, не выводи меня из себя. Два слова меняют местами. Дорогой, не выводи себя из меня. И сразу выйдешь. Так что, Олесечка, я... Это чуть-чуть. Красивый, нежный и веселый, очаровательный, шальной, всегда любимый и влюбленный. Душою вечно молодой, с огнем в груди, с мечтой в сердце. Нет... Недостижимый от звезд. И неразгаданной загадкой ты оставайся до всегда. Что-то там косячит, короче. Очки-то такого. Маэстро Аслим. А если я тебе говорила, всего из твоего самого хорошего счастья, здоровья, ты любимая невеста, самая, в принципе, первая, но самая любимая. Спасибо, что ты сделала. Дядя моего счастливым. Я вспоминаю тот момент, когда мы забирали останку с Колей из дома, ехали в одной машине, по нашей бабушке, все, что покупали. Она знает, говорит, еще мы не женаты, а я если забирать его буду, хоть бы хорошо бери, хоть бы одного сделал, но он тебе трех сделал. Да, он тебя полностью обеспечил. Вообще, всего тебе самого хорошего, жизненного благополучия, бодрости духа, оптимизма, многих сладкого вкуса на твоих губах. От твоего мужа, от твоих детей, от всего. Любви тебе, Благополучия. Спасибо. Именинницы. Олесенька, мы тебе уже надоели, что ли, все так? Что ты сбежала? Вы знаете, надо снять шляпу перед этой женщиной, действительно. Это не только мама, многодетная мама, но еще офицер полиции. Я смотрю. Понимаете, это действительно дорогого стоит, сколько терпения стоит, сколько усилий стоит, сколько нервов стоит. И, конечно, содержать такого мужа, пенсионера, понимаете. Игорь Иванович, встань, подойди ко мне, я не могу без тебя говорить.
Аплодисменты. Но знаете, в том, наверное, и крепка эта семья, в их союзе, в их понимании. А не надо смеяться, Михаил Федорович. Да ты на лестницу смотришь. Понимаете? Подожди, Олесь. Дорогая моя, сегодня день рождения, наверное, у тебя, да? Да. Ты знаешь, Игорь Иванович настолько мудрый человек, вот он, в отличие от Михаила Федоровича, который сидит там, что-то тяп-тяп-тяп-тяп, он выбрал себе вот в два раза моложе, и молодец, хоть будет за ним присмотреть. И за нами тоже. Олесь, дорогая, все это шутки, как говорится. А у него опыт есть уже. У него опыт есть присматривать. Нет, ты действительно молодец. Я действительно, ну, снимаешь меня будет перед тобой, Олесь. Ты женщина с большой буквы. У тебя всегда порядок в семье. У тебя дети, образцы. Пока будем, да. А там, как Бог даст, так сказать. Я тебя поздравляю с днем рождения. Может быть, я чего-нибудь лишнего и говорил здесь, но я хочу вот простого, чтобы ты получила женского счастья. А женское счастье – это был бы милый рядом, как говорится, и были бы детки твои здоровы, крепкие и любимые тобой. И тебя послушать. И, конечно же, я хочу, чтобы мы, наверное, дожили до такой светлой минуты, вот Аня, Игорь и я, чтобы мы, наверное, поженили бы и выдали замуж наших, так сказать, крестников, и дождались бы внуков одних. Да. Это дай Бог всем здоровья, терпения и помощи. Мы мало, наверное, помогаем. Мы мало помогаем все. Да. Ну, я по мере возможности. Я сейчас тоже на пенсию пойду и буду больше помогать. Это я даю всем обещание. Дорогая наша, любимая наша, очаровательная наша именинница, с днем рождения тебе! Любимочка моя, мне даже, знаешь, не хватит этого слова сказать, что я прости, сестра, с днем рождения тебя! Я тебя очень люблю, здесь перед тобой мужчина с ним расшатся, а я тебе низкий поклон. За твоего сына, за моего крестника Ванюши, Ваня, Ваня, любимчик мой, я поздравляю тебя, вот всего немного слов договорились. Прекрасно, хорошая, пускай не исполняется. Я тебе желаю только всего-всего небесного, такого светлого тебе. Потому что у тебя все есть, прекрасные дети, прекрасный муж. Комната, вообще у меня золото, где он? Да хозяин вообще, я его так люблю. Он разговаривает. Отойди от него, он только плохому учит. Его Игорь Иванович, иди сюда, он только плохому учит. Иди сюда, иди. Благодарю за то, что у нас связь с тобой. Настоящая подруга. Жужков говорит, что там огонь и куда вот медные трубы, да. Слушай, я знаю везде, куда хочешь, ночью, днем, ты позвони. Я всегда с тобой. И горе, и радость. Олеся, ну, была еще одна сестра, и еще одна сестра. Вы такие у меня красоты, вы знаете, если мы втроем куда выйдем, держитесь, говорят, мужики. Молодая, энергичная, ну, просто люблю, люблю, люблю. И хочу всегда рядом с тобой. Спасибо. Я тебя тоже люблю, люблю и люблю. А я чему здесь стою? И аплодисменты, ну. Игорь. Ваня, стоп, мне целую. Я тебя целовать не буду, я лучше Олеську. Олеску целую. Спасибо. Целую. Ванечка. Так, Ванечка дает папе, Ванечка маме твое сердечко. Так, второй, давай маме. А сейчас я попрошу вас стать спинкой друг другу и боком, чтобы к зрителям. Вы знаете, я сейчас, дорогие гости, предлагаю для нашей мнения своего супруга конкурс, который называется «Ты и я».
посмотрим, как же спустя столько лет совместной жизни они понимают друг друга. Вот такое зрительское тут жюри детское, да, классное. Я буду задавать вопросы, Олесе Игоревне, из разных областей. Если ответ касается Олеси, то вы зрителям, гостям, показываете красное сердце. Если Игоря, то синее. Но в редких случаях можно показать два. Но так как они не видят, что они показывают, каждое совпадение прошу оценивать аплодисментами. Хорошо? Готовы? Итак, разные-разные, из разных областей. Красное, если это касается ответ Олеси вас. Если Игоря ответ, то синее. То же самое, если ответ вы считаете, что вас, то синий. Так, красный – это Олеся. Готовы? Так, в зале тишина. Аплодисменты тоже готовы для поддержек? Это подводит. Итак, из разных областей, так что будьте внимательны. Давайте вспомним, много лет назад, кто из вас первым назначил свидание? Не, показывайте сюда, святое сердце, сюда. Сюда показывайте. Аплодисменты красные, да? Олеся, значит. Если Олеся, то красная. Если Игорь, то синяя. Кто из вас первым познакомил с родителями? Главный судья здесь. Кто из вас первым познакомил с мамой? Так, Игорь считает, что он, значит, это было одновременно. Олеся, что она? Хорошо, тогда самый трудный вопрос. А как вы считаете, у кого из вас ноги красивее? Олеся не подсказывает. У Олеси аплодисменты зрителей. Так. А кто из вас лучше бы не пел в караоке? У кого из вас голос хуже? Олеся. Нет, вы показываете, не озвучивайте. У вас. Какие они самокритичные. Так. А кто из вас более отходчивый? Олеся. Да не подсказывайте, они сами считают. Вот. За это тоже можно аплодисменты. Олеся считает, что она, а Игорь, что он. Бывают несовпадения классные, правда? А у кого из вас сейчас в кармане больше денег? Опять аплодисменты. А кто из вас более ревнивый? Сейчас самые интересные вопросы будут. Аплодисменты каждого по два сердца. А кто из вас любит чаще ходить в баню? Ну а где аплодисменты зрителей? Опять синее сердце. А кому из вас надо повторять 100 раз? Покажите друг другу. Молодцы. А кто из вас больше боится уколов? Так, а кто первым засыпает? А кто из вас наивно полагает, что он в доме хозяин? Наивно. А кто первым просит прощения? А Игорь считает, что Олеся. Вот, молодцы какие. А кто из вас находит выход из любого положения? Папа. А кому дети чаще доверяют свои секреты? Папе. Вот это да, здорово. А кого из вас больше амбиций? Амбиций. Так, и последнее. А как вы считаете, кто из вас больше любит друг друга? Мама. Аплодисменты нужны, продолжите на аплодисменты. Вы знаете, да простят меня мужчины. Горько, да, ну раз горько, значит горько. Хотели вам горько крикнуть. Да простят меня мужчины, но по статистике 80% семейного счастья зависит все-таки от женщин.
не пропаду, да? Определим аплодисментами. Кто за то, что победила вот эта пара? Кто за то, что победила вот эта пара? Как вы думаете, какой подарочек лучше? Ну зачем нам обменяться? Вы смотрите, я им сказала обниматься только на время конкурса, да? Так уж она так и завернули, а все держится, молодцы. Кто не за статющий зятем, это вообще супер. Вы знаете, мне кажется, что наши девушки получают призы. Да, а мужчинам я хотела не давать призы за то, что с чужими женщинами пообнимались уже во время конкурса. Ну ладно, вам тоже универсальные пишущие приборы и наши аплодисменты. Спасибо большое всем за участие. Всего счастья. Ну и два подарка. Мы уже дали призы. Так честно они играли, так честно за талию друг друга держали. Какой вам больше нравится, этот или этот? Ну вот, мнение именинницы совпало с мнением зрителей, правда? Аплодисменты всем участникам. И мы сейчас продолжаем танцевать.
тащите? Вы прямо вот все, решили весь пакет. Конечно. Нет, все равно. Вот все равно. С двух попыток, ну извините, это вы выиграли. Дайте мне, дайте. Две попытки. Да, у кого девушки? Ой, это Зойка. Это Зойка. А кто там? Да, у кого из девушек? Да, у них ляд, я вот за вами ел. Вот снизу там люди резкие, знаете, да? Ой, самые сердечные девушки. Так, дальше. Нет, мама, ну ты что? Что, представляете, доллар в наше время, когда он болеет, если нет? Мама, ты что? Маму тоже, маму тоже. Крутышка, мама, дальше передаем. Мужики, да. Это мама говорит, дальше передаем. Две ладошки наконец-то вылезли. Нежные крошки, дети мои. Две ладошки, мягкие. Самый крутой принцесса. Так массы. Света, фотографируй больше. Еще веселее, собирайте всех. И в другую сторону, опа!
От заветной мечты, блестящей, и, конечно, будет счастье.
Спасибо. Всего сегодня. Я верю, только раз.
Мышка-мать, надо в няньке жабу звать.
ах, тебе няньку надо, приходи, как жаба, тетка к нам, нашу детку покачать. Давай я тебе поможу, ручки маме, зову нянька, жаба, приходи, ручки.
называется. Без кошки нам не обойтись. Приходи к нам, тетя кошка, нашу детку получить. Зовем тебя нянька кошка, приходи. Кошка! Зовем нянька кошка, приходи. Мяу-мяу, спи, мой крошка, мяу-мяу, ляжется, мяу-мяу, на кровати. А глупый маленький мышонок отвечает ей с просонок. Ой, голосок мой так хорош, очень сладко ты поешь. Yeah.
Галерея!
Олеся, давай я буду кратко буду. Я, конечно, присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые сегодня тебе уже принесли, там, поцеловали тоже. Поэтому я что хочу сказать, что мне главное, тут была такая красивая, симпатичная, что хотя бы много десятков лет. Поэтому, куда мне прихапал, привез трубку. Не дома. Поэтому, Олеся, я здоровью тебе огромного здоровья тебе и твоей прислушки. Передаю трубочку, давай. Большое-большое спасибо, что ты сделал наш театр счастливым. Да. Игорек, ты меня слышишь? Я очень слышу. Вадик, сюда. Всего-всего. Мы желали, да, чтобы вы были рады нас увидеть.
Как потерял? Сейчас я тебе расскажу, что для женщины самая главная миссия в жизни – это быть мамой. Я ее выполнила сполна. Я хочу проживать. Всем спасибо, все пейте. Дорогие гости, предлагаю поднять бокалы за друзей Олеси, за друзей Игоря Ивановича, за друзей самых лучших, самых верных всех. Многие из которых находятся в этом зале, за этим праздничным столом. А сейчас открывается доступ к телу. И все кавалеры, которые находятся в этом зале, просим, пожалуйста, припасть на одно колено к нашей очаровательной императрице. Гуляющая на императрице. И кто первый? Супруг, наверное. Игорь Иванович, руку имениннице. А мы все поддержим аплодисментами. Приз за лучший поцелуй нашей имениннице. Так, пожалуйста, кто из кавалеров желает? Которые как бы не нужны в этой жизни. Поэтому
спустя уже много лет здесь находятся самые близкие, самые любимые. Поэтому всем вам большое спасибо. Я обещаю, что это не последний наш вечер. Это начало начала. Да, Игорь Павлович? Поэтому большое вам всем спасибо. Писать сейчас. Я вас всех люблю. Все, бегом. Я вас всех люблю и большое всем спасибо, что вы нашли время. Пришли ко мне на такой маленький юбилейчик. Все, я вас всех люблю. Всем большое спасибо. Очаровательное создание. Вот это самая лучшая награда, наверное, в жизни.